Началась 9-я спартакиада среди инвалидов города Якутска. В феврале-марте на разных площадках столицы будут проходить соревнования по 5 видам спорта. По бочи, настольному теннису, бильярду, шоу-дауну, армрестлингу. Сегодня в Республиканском центре адаптивного спорта проходят соревнования по настольному теннису. Всего заявлено 52 участника. Это спортсмены с общими заболеваниями, с нарушением опорно-двигательного аппарата и глухие. Победители войдут в состав сборной команды города Якутска для участия уже в Республиканской спартакиаде инвалидов. Я занимаюсь настольным теннисом один год, первый год. Это мои первые соревнования официально. Я думаю, настольный теннис дает человеку много, развивает координацию и мышление. Надо быстро принимать решения.